Итак, дорогие друзья, всем привет! Это новый батл с моим младшим братом. Предыдущий батл у нас был с закрытыми глазами. Говорил, ребят, что у меня есть рубрика, у меня есть проект, где я хотел запустить слепой путь. Но я его, и так и не придумал его, как развивать. И мне показалось, что я пару роликов запишу и забью на него. А я не хочу запускать проект, когда я сам его до конца не продумал. Поэтому проект не запустился. Но мне очень было по фану открывать сундуки с закрытыми глазами. Я сказал, ребят, если наберется 100 тысяч лайков, мы делаем вторую серию, где мы открываем с закрытыми глазами на новых аккаунтах, где я задоначу по 100 долларов, по 2000 гемов. У Никиты новый аккаунт, у меня новый аккаунт. Мы сейчас туда и туда закинем по соточке, посмотрим, что нам выпадет. Но при этом, мы не посмотрим, что нам выпадет, мы будем открывать закрытыми глазами. В прошлом ролике мне выпало 2 легендарки. Будет подсказка вверху, если интересно, зацените. Я их реально не угадал. Не, или угадал, не помню. Короче, суть такая, что ты Барли забрал? Да, Барли забрал. Суть такая, что побеждает у нас не тот, кто выбил больше бойцов, хотя это тоже учитывается, а тот, кто угадал больше бойцов. Вот такая вот тема. Итак, я сейчас закину и Никите, и мне по 100 долларов. Если здесь что-то дропнется классное, мы вам подарим, если Лего выпадет, мы вам подарим это так, то есть он нам не нужен. Поэтому, что ж, я пошел донатить, что? Ничего. И открываем. Итак, 2000 гемов у Никиты, 2000 гемов у меня. Мы будем открывать мегабоксы. А ну давай, в магазине у тебя есть за 49 мегабокс? Да. Давай начнем с него. Закрываем глаза. У нас в качестве помощника будет Роман. Роман, вот мой пальчик. Поставь его. Зачем ты дернул? Нельзя дергать. Тебя в детстве не учили, за пальчик дергать нельзя. Это ловушка. За кольцо знаешь, что будет, если дернуть? Граната взорвется. Поэтому пальчик мой поставь на мегабокс. Мой тоже. Так, есть. Так, твой. Я нажал? Тоже. Да, ты куда нажимать еще? Так, теперь вот сюда нажимай. О, иди сюда нажимай. О. Так, хорошо. Так, подожди, куда ты тыркнул? Куда? Что ты? Что он сделал? Никита нажал, вот, подожди, не нажимай. Теперь ты нажми туда же. Куда же? Надо мегаящик нажми. Я? Да. О. Нажал. Так, есть? Все. Да. Так, Никита, стой. Сколько предметов? Я не знаю. Ладно, давайте открывать. Так. 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 Мне новый перс выпал. Роза! Я не знаю. Ладно, не, я не знаю, редкий. Какой перс. Я думаю, у меня редкий. Ну, конечно, это редкий. Одно скажи, Ром, я угадал, это роза? Нет. Блин. Ну, это редкий. Это, ну, это, я, это 100%. Я попробую угадать. У меня роза? Нет. Блин, давай следующий сундук. Пальчик мой. Так, сейчас. Мой тоже. Так тыркни еще раз на экран. Я? Да. Тыркнул. Еще раз на экран тыркни. Тыркнул. Так, сейчас я перемотаю на мегаящик, который... Да, и просто, мне просто нащупать, куда открывать, нажимать. Вот это, да? Да. А, стоп, давай, и теперь вот сюда. А так. Так, теперь тебе. Давай, я жду Никиту. Так, давай вот так вот по центру. Никита, тыркни, готов? Пальчик, тырк, и вот тырк. Готов? Да. Открываем? Да. Раз, два, три. Пока непонятно. Открываем. 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 И мне ничего не выпало. И мне ничего не выпало. Теперь сейчас я настрою так, чтобы тебе было удобнее. Во, теперь ты... А давай я поближе этот планшет, чтобы тебе было удобнее. Давай, вот мой пальчик. Вот, тырк. Так, и тырк. Еще раз тырк, туда же. Выше, выше чуть-чуть. Во, тырком. Тыркнул. Так, теперь ты. Тырк, тырк. Тыркай. Опа, так, ну, так. Куда? Так ты открывай. Что, открывать, открывать? Да, да, да. Так, так. Так. Новый перс. Тихо, тихо. Тебе тоже новый перс? Да. Я думаю, это редкий, но какой? Слушай, нет, а я думаю, сверхредкий. Не знаю, мне кажется, у меня редкий. Не знаю. А так, какой? Твои предположения, Никита. То Барли есть, роза нет. Ну да, пускай будет роза, если в прошлом. Так, твои варианты. Я думаю, рикошет. Так, окей, хорошо. Ваши ставки приняты, ставок больше нет. Все, давай, куда мне нажимать? Так, сейчас. Туда вот выше, вот, и вот нажимать. Так, давай, я готов. Никита, ты готов? Ты нажимай. Я даже вот так голову задеру, чтоб не сказали, что я посмотрю. А? Раз. Два. Три. Так, ага. Есть? Открываем? Да, открывайте. Так, так, так.
Так, хорошо. Так, ну, ничего, ничего не выпало. Ага, тырка еще раз. Куда тыркать? Ну просто в центр экрана. Тыркнул. Чуть-чуть повыше. Вот а так. Мне да, куда? Еще теперь туда же. Мне ниже? Да, теперь вот сюда. Да. Нажал? Так, нажимай ты теперь. Вот, все. Теперь я что, я что-то нажимаю? Да, да, да. У меня сундук открылся? Нет, еще. Открывай давай, бегом. Что делать? Нажимай, ну. Так, о, хорошо, так, давай, открывай. Открываем. Так. Мне кто-то выпал. Дальше, Ваня, открывай. Так. Я не знаю, кто о. Это. Тихо! Блин, ну звук такой же, как и предыдущий. Либо это сверхредки, а либо опять звук, редки. Мой звук отличался. Отличается? Да. Ну вот этот звук такой же точно, как и предыдущий был. Слушай, ну... У меня ощущение, что это сверхредки. Я думаю, это... Блин, это сверхредки. Опять сверхредки, но я не верю. Окей, это... окей. Так, ваши загадки, твои. Блин, нет, этот звук... Я думаю, это Рика. У меня такой же, как и предыдущий звук, это 100%. Ну, и раз я сказал, предыдущий был сверхредки, значит, опять сверхредки. Но что-то я уже начинаю сомневаться, окей. Что, куда нажимать? Ну подожди, так ты скажи твои догадки. Я думаю, это сверхредкий. Ну а какой? А, как... А, я... Или нет? А, мы угадываем, какой персонаж или да, редкость? Да, какой персонаж. Ну раз прошлый был Рикошет, это Дэрил. Окей, давай. Так, тыркай, так, так. Вот слушай, ну вот давайте сюда. Засчитывать, смотрите. Так, один балл за угадывание редкости, второй балл за угадывание персонажа. Так, и потом все. Посчитайте баллы. Готовы? Так. Три. Я куда нажимать? Просто в центр экрана. Центр экрана. Три. Я готов. Два. Один. Так. Ага. Открываем? Да, 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 да. Так, ничего. Ничего, окей. Окей. Давай. Так, готовы? Готовы. Ну куда ты, Никита, спешишь? Подожди. Никит, не спеши. Открывай, Ваня, открывай. Раз. Ага. Раз. Два. Открывай. Так что, открываем до конца? Тебе нет, Никита. Так, потому что ты уже на это сам обокопорил. Так, Ваня, стоп! Стою! Так, все. Тихо! Мне кто-то выпал! И мне опять тот же самый звук! Это что, сверхредкие все? Ну, давайте ваши датки, господа. Я думаю, это... Я не знаю, кто это. Это... Ну, это редкий по звуку. Джеки! Так, ну, хорошо. Кто это может быть? Я думаю, это сверхредкий Джеки, все. Ваня, кто? Пускай это будет Роза. Хорошо, у нас есть уже победитель. Роза, ты уже говорил, Роза. Тебе что, она каждый раз падает? Ну я не знаю. Роза, а сейчас выпала Роза. Так, в этот... Так, нажми опять, чтобы я в центр просто нажал. Так, все, теперь только я тебе в центр. Раз, два, три. Так, погнали, открывайте. Открываем. Так, все, видимо, мы дошли до того, что по 5 предметов уже дропнулось. Следующий давай сундук, открой так, нам. Так, хорошо. Так, раз. Все, готов? Так, три. Два. Один. Открываем? О, так, хорошо, давайте, это будет интересно. Так. Так, тихо. О, это другой звук! Это другой звук! Это отвечает, это такой звук! Блин, я не знаю, что это. Я без понятия, но я думаю, это сверхредкий. А у меня звук как Леги, блин. Но я не знаю, что это. Блин, ну Лего вряд ли, это стопудов не Лего. Слушай. Я думаю, это сверхредкий, пускай это будет. Не, звук пускай такой. Пускай это будет Джеки, я не знаю. Пускай это будет Джеки. Так, ладно, попробую чисто интуитивно. Я думаю, это Эпик Биби, все. Вот это моя ставка. Эпик? Да. Хорошо, молодцы. Так. Я угадал? Ладно, не подсказывай. Блин. А, это эпик, значит, нет, хорошо. Так, раз, два, три. Да. О! Что там? Так, подожди, я скриншот сделаю. Это надо. Да? Убери свайп скриншота. Так. Ребята, кто подпишется на канал и поставить прямо сейчас лайк, будет так же. Так, открывай. Поехали. Так, 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 так. Подожди, так, Никита открывай. Ваня, так, опа. Тихо. Мне никто не выпал. Не, этот звук похуже, этот звук похуже, это сверхредкий. Хорошо. Это сверхредкий, стопудов. Хотя, блин, я забыл же, редких еще куча у меня. Ну, да только еще раз. Еще раз? Да. Ты открыл? Тихо. Тихо. Звук не такой, как сверхредкий. Блин, я не знал, это очень трудно. Такой же точно, как и предыдущий был. Значит, это эпик. Пускай будет Фрэнк. Окей. Так, тыркай. Так, сейчас я сделаю. Так, все? Сейчас, подожди, подожди. Так, вы открыли так. Три. Ребята, вторая часть будет, если этот ролик наберет 100 000 лайков.
Три, два. Третий, точнее. Один. Поехали. Так, подожди, подожди. Так, все, открывайте. Все, полностью до конца. Так, подожди, так. Все, Никита, открывай быстрее. Ну. Так. Так, хорошо. Сколько у нас гемов? Стоп, стоп, Вань, ты открыл? Да. Сколько у нас гемов? По 1700 что-то такое. Так. Ого! Так, тихо, открывай, Ваня. Окей. О, хорошо. Открывай. Открывайте. Так, 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 так. Опа. Тихо! Мне никто не выпал. Это тот же звук, сверхредкий, либо редкий. Трудно их отличить, реально, не знаю. Вань, это я думаю, да. Ты закончил? В смысле? Ты бокс открыл? Да. Можно на стоп-паузу, я уведомление отключу. А, давай. Давай, окей, окей, окей. Так, ну что? Так, сейчас я вам еще по ящику. Так, у тебя гемов 1100. У Никиты гемов 1100 тоже ровно. Так, так, 3, 2, 1. Так, тихо, 6, ага. Смотрите! Стой, стой, не открывай, открыл? Ну, я все так и стоит. Да. Подожди, подожди. 1100 гемов осталось, да? Да, да. Я предлагаю, сколько длится минут ролик? Сейчас скажу, так, 14 минут. 14 минут, я предлагаю остальную 1000 на второй выпуск. Ну реально, я думал, это будет быстрее, это во-первых. Во-вторых, ну мне на каждый выпуск донатить по $200, честно сказать, жалко. $100 еще ладно, по 200 каждый выпуск, дорого будет обходиться. Я предлагаю, если 100 тысяч лайков набираем, мы пилим сразу следующую часть, продолжение. Потом и так далее, будем, сколько вам нравится. Так, ну что, открываем, поехали. Так, так, так. Тихо. Тихо. Мне кто-то выпал. Тихо, это Лего! Это Лего! Это Лего! Это Лего! Я вам отвечаю, это Лего! Что? Это Спайк! У меня тоже звук, как у Леги! Да ладно! Я тебе отвечаю! Я тебе отвечаю! Вот предыдущий, Эпик или Мифик, это точно! Вот этот звук! Ну, либо это Мифик. Потому что звук был самый максимальный. Я думаю, это либо Лего, либо Мифик. Но Лего навряд ли. Пускай это будет Мифик. Это самый максимальный звук. Я ставлю, что это Лего. Мне кажется, Спайк, потому что он есть в магазине. Я ставлю то, что это Мифик. А какой? Я думаю, это Лего. Все, я думаю, это Лего Спайк. И мне это подсказывает, потому что там есть в магазине акция со Спайком. Если это не Лего, тогда простите, что так радуюсь. Но я думаю, это Лего. Я думаю, это Мортис. Пускай будет. Хорошо. Мортис. Никита говорит, что это Мортис. У меня догадки такие. Что, пропускай, выключай. Да, да, да. Так. Так, все, сколько гемов осталось? Так, сейчас осталось у тебя 1038, у Никиты 1024. Что, давай по последнему мега ящику? Давай. Открой нам последний, давай. И мы тыркнем. Блин, офигеть. Вы еще на что-то надеетесь? Раз, возможно. Два, три. Так. Ну все, давайте. Все, ничего нету, да? Короче, друзья, я так предполагаю, это было что-то интересное. На этом я ролик заканчиваю. Я не открываю глаза. Это рубрика «Слепое открытие». Если вам она нравится, подписывайтесь, ставьте лайки. Если вы хотите кого-то другого гостя вместо Никиты, пишите в комментариях. Могу с женой забатлить, могу с Ромой. С Данькой не получится, с моим сыном он вряд ли высидит. А вот, ну короче, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Это было интересно. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока. Устанавливаем запись. Ебать ли он?